Продолжаем говорить об Испании в эпоху католических королей Фернандо и Изабеллы и переходим к разговору об их внутренней политике. Начнем мы ее с такого панорамного обзора строительства государства, поскольку история государства Испании, если мы понимаем это слово в его техническом значении, конечно, я про государство, начинается именно в эпоху католических королей. Собственно, к строительству государства, к оформлению той системы, которая потом останется уже после них, той, о которой будут говорить и писать книги, называя ее «Испания католических королей», Фернандо и Изабелла приступают практически сразу же, еще на Кортесах в Мадригале. Я говорю про уже упомянутую мной святую Эрмандаду, но которая изначально создается как орган чрезвычайный и как институт, предназначенный для ликвидации последствий многолетнего беззакония, а затем перерастает уже в такую, так сказать, штатную единицу. Но об Эрмандаде мы еще, наверное, поговорим. Давайте пока начнем с центрального управления. Реформу центрального управления Фернандо и Изабелла начинают в 1480 году, собрав Кортесы в Толедо, в старой столице. Обратите внимание, да, 1480 год – это первый раз собираются Кортесы в уже замиренной стране. Война кончилась, знать в основном умиротворена, волнения в основном поулеглись, и уж как минимум трон у Фернандо и Изабеллы больше никто пока не оспаривает. На этих Кортесах принимается положение о государственном совете, о королевском совете, точнее, извините. Мы говорили о том, что королевский совет возникает в Кастилии еще в правлении Хуана I, но затем он подвергается довольно серьезным, причем отрицательным изменениям, а в правлении Энрике IV он просто распускается и практически не функционирует больше 10 лет. Поэтому то, что делают Фернандо и Изабелла, можно считать, конечно, воссозданием Королевского совета или созданием его заново. Во-первых, устанавливается постоянный кадровый состав. Президент – прелат, то есть одно из высших церковных лиц. Дальше три советника, члена совета, из рыцарей. Как правило, не просто из рыцарства, да, а из состава высшей знати королевства. И 8 или 9 тех, кого по-кастильски называли летрадо или летрадос, можно увидеть в литературе. Как правило, это те, кого применительно к Франции называют словом легисты. То есть люди, получившие университетское образование, как правило, на юридических факультетах, и пошедшие на службу к королю. Люди, опять-таки, как правило, незнатные, выходцы либо из горожан, либо из мелкой знати, но всяко не гранды. Это те, кого можно назвать служилой аристократией. Всем, что у них есть, они обязаны короне, и они прекрасно это знают. Поэтому они и становятся самым надежным оплотом короны в ситуации, когда на знать опираться не очень хочется. При этом, если обратить внимание на статьи регламента, закрепленные, статьи регламента работы, я имею в виду Королевского совета, закрепленные в уложении Кортеса в Толедо 1480 года, то можно увидеть очень любопытный момент –
показывающий, как бы сказать, кто более ценен из советников, так что ли, хотя, вот, конечно, дословно так сказать нельзя. Кто обладает большим удельным весом, наверное, так. Речь идет о том, что Изабелла и Фернандо пишут, что если кто-то из членов совета не успевает прийти ко времени начала заседания, то пусть заседание начинается без него, дабы не тратить понапрасну времени. И дальше перечисляется, кто может не прийти, то есть, как бы сказать, без кого кворум все равно состоится. Так вот, в любом случае кворум включает как минимум половину литрадо. Кворум может быть собран, например, если соберутся только литрадо, ну, в идеале к ним присоединится еще прелат-президент. То есть советники от знати могут вообще не появляться. Без них все решат. Это, следовательно, это не в интересах короны, чтобы они там присутствовали, а в их интересах. Они могут оказывать какое-то влияние на ход событий. Но корона обойдется и без них, если что. Это очень красноречивое послание, которое, в общем, было услышано. Там же формулируются обязанности королевских секретарей. При Фернандо и Изабелле это пока еще зародыш того института, который обретет огромную силу при старших Габсбургах, при следующих правителях. Фернандо и Изабелла пока еще, как их иногда в полушутку называют испанские авторы, короли-паломники. Они, как и все их предшественники, почти постоянно в движении. Они крайне редко сидят где-то на одном месте в королевстве. И секретари, разумеется, путешествуют вместе с ними. Совет тоже ездит вместе с ними. Вот. Но в обязанности секретарей что входит? Во-первых, подготовка королевских документов. Секретари делятся на тех, кто диктует, и тех, кто пишет. Подготовка королевских документов, оформление указов и вся возможная коммуникация королей и королевского совета. Фактически секретари подменяют собой старый институт королевской канцелярии. Тем более, что в правлении Фернандо и Изабеллы слово «канцелярия» приобретает совершенно другое значение, о чем я скажу уже совсем скоро. А секретари получаются вот той связкой, которая обеспечивает прохождение информации от королевского совета к королям и обратно. Люди, облеченные всегда безусловным доверием, люди всегда в курсе королевских тайн, откуда, собственно, название. Вот, секретаря, да, они постепенно становятся одними из самых могущественных людей королевства. Повторюсь, это произойдет не столько при королях-католиках, сколько и при их преемниках, но тем не менее это произойдет. Институт секретарей будет одним из важнейших институтов монархии Габсбургов. Здесь единственное, что я еще хочу обратить внимание, то что слово «секретарь» не должно обманывать современного читателя или слушателя. Эти люди, да, они могли заниматься документооборотом, они могли вести переписку по конкретным выделенным им темам, но они же могли, например, и курировать ту или иную отрасль. Так, например, с 1477 года начиная, королевский секретарь Франциско Рамирес де Мадрид по прозвищу «Артиллерист» или «Артильеро», курирует развитие Кастильской артиллерии. Собственно, изготовление, найм мастеров, размещение фабрик, размещение складов, всю логистику, вплоть до перевозки артиллерии к месту сражения. Характерно, кстати, что во время осады Гранады именно Франциско Рамирес будет назначен капитаном королевской артиллерии, который будет руководить
пушечным боем по гранате. Соответственно, в дальнейшем Королевский совет станет моделью для других подобных институтов. Ну, в 1494 году, например, будет создан совет по делам Арагона. Он будет построен по модели Королевского совета Кастилии. Потом будет создан совет по делам Индии, по делам Фландрии, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Там будут разные советы, мы о них еще поговорим, когда обратимся к монархии Габсбургов. Другой традиционный и важнейший институт испанской исторической монархии, Кортесы, в период правления Фернандо и Изабеллы переживают скорее упадок, нежели взлет. Собирают их редко. Мы знаем о Кортесах в Мадригале, разумеется, 76-го года, в Толедо 80-го, следующие Кортесы. Там были еще Кортесы 502 года в Мадриде, акты которых не сохранились. Дальше 505 год Торо. То есть они собираются от них не каждый год, да, в правление этих королей. И их полномочия довольно сильно урезаны. Достаточно посмотреть вот сейчас на приведенный слайд, чтобы увидеть, что в правлении, например, Карлоса I и Филиппа II они будут собираться регулярнее и чаще. Но, тем не менее, к регулированию деятельности Кортесов Фернандо и Изабелла тоже обращаются. Этим они тоже заняты. Что происходит здесь? Здесь, во-первых, выделяется три палата, не очень хорошее слово, оно привычное русскому человеку, но плохо отражает реалии. Формируются три секции, три отделения, то, что по-кастильски называется брасо, рука, три руки Кортесов. Знать, клир и прокурадоры городов. Ближайшее, повторюсь, доступно, это три палаты, конечно. Вот. Закрепляется, окончательно закрепляется список городов, представители которых допускаются к участию в Кортесах. Их всего 17. Потом, с 1492 года их будет 18, туда попадет Гранада, вполне ожидаемо. Все эти города перед вами на слайде сейчас. И при этом, повторюсь, и Фернандо, и Изабелла Кортесы созывают, именно кастильские Кортесы, созывают очень неохотно, только когда очень надо, либо ввести какой-нибудь срочный налог, собрать деньги экстраординарно, да, либо признать, как это было в 80-м году, например, представить Кортесам наследного инфанта Дон Хуана, либо еще что-нибудь сделать, да, обсудить наследование престола 1505 год в Торо. Вот. То есть это всегда вопросы чрезвычайной важности. По текущим событиям католические короли старались не беспокоить Кортесов без нужды. Другое дело в Арагоне, где Кортесы, во-первых, собирались не единые, а отдельно в Барселоне, отдельно в Валенсии, отдельно в Сарагосе. И, конечно, собирались там гораздо чаще. Но это особенности арагонского политического устройства, арагонской политической традиции. Мы о ней еще будем говорить в одной из следующих лекций, скорее всего, когда разговор зайдет про Филиппа II Габсбурга. А пока мы идем дальше к реформе судебной системы и оттуда к реформе местного самоуправления. Судебная система перестраивается. Опять-таки, предшественники институтов, созданных католическими королями, существовали и раньше в правлении Хуана I, Энрике III, там, да, но в полную, как бы сказать, силу, полностью оформленные, они оказываются лишь в правлении Фернандо и Изабеллы. Верховный суд королевства, так называемая канцелярия, я же говорил, что слово канцелярия меняет свое значение. Вот. Это Верховный суд по цивильным, то есть по гражданским и уголовным делам.
создается она, закрепляется она впервые в 76 году в Вальядолиде, в том доме, где за 7 лет до того обручились Фернандо и Изабелла. С 1494 года, 18 годами позже, появляется вторая канцелярия, южная канцелярия, да, она размещается в городе Сьюдад-Реаль, а затем переводится в Гранаду. Понятно, почему она появляется в 94-м. Закончено покорение Гранады и всей южной зоны полуострова. Это, на самом деле, огромная территория, изобилующая вполне естественными конфликтами, требующими решения, и с довольно сложной правовой жизнью, учитывая количество там мавров, евреев, крипто, иудеев, крипто, мусульман и так далее. То есть это очень сложное для регулирования территории, и поэтому создается отдельная канцелярия, отдельный суд по делам юга королевства. Параллельно с ними существуют аудиенции. Это суды меньшего масштаба. Они размещаются, вы видите, да, в Галисии, в Севилье, в на Канарах, в Арагонии, в Каталонии. Почему там все названные территории, ну, кроме разве что Арагоны, вот, это торговые точки. Это торговые, как бы сказать, ворота в новой монархии. Да? Галисия, там размещается Корунья. Севилья связана с Кадисом. Ну, собственно, из порта Санта-Мария, да, из порта до Санта-Марии уходят океанские корабли. Морские торговые корабли, а вскоре пойдут океанские. Канары – это просто отдельная территория, далеко от основной земли находящейся. И лучше держать там отдельных судей, чем каждый раз посылать гонцов в центр. Наконец, Арагон и Каталония – исторически отдельные регионы со своим уставом, со своим местным правом, разбираться в котором должны, опять-таки, местные же юристы. Вот. То есть там, я напомню, отличается все, даже язык. Арагонский, старокаталонский язык отличается от старокастильского. Структура перед вами на слайде. Единственное, на что хочу обратить внимание, оидоры, вот эти самые, да, оидор, испанское слово, от глагола оир, слушать, оидор, дословно слушатель, слушающий, ну, собственно, аудиенция, да, от того же корня, только латинского слова. Вот, так вот, оидоры набирались из числа летрадос. Категорически туда не допускались представители знати. Представители знати, ну, они считали себя выше таких заседаний, поэтому туда они особо и не рвались. Но, в принципе, представитель знати мог занимать позицию разве что алькальда по делам идальго, то есть судьи, разбирающего вопросы тяжбы, как бы конфликты, возникающие между дворянами Испании. На минутку отвлеку ваше внимание на картинку. Это фрагмент декора первого этажа францисканского конвента Сан-Хуан-де-Лас-Раис в Толедо. Он был построен в 1476 году в знак победы, в честь победы в битве у Торо, о которой я говорил в первом эпизоде лекции. И если присмотреться внимательно к орнаменту, то мы увидим орла щитодержателя, королевская корона, венчающая щит. Щит поделен пока еще на четыре части, где в первой и третьей четвертях гербы Леона и Кастилии, а в второй и четвертой, в слабых четвертях, гербы Арагона и Каталонии. А еще нет Гранады, она еще появится. Это в гербах, размещенных на втором этаже конвента, будет уже Гранада. Вот. И обратите, пожалуйста, внимание на нижнюю часть щита. Около щита
если смотреть на него со стороны зрителя, то справа прислонен пук стрел, а слева ярмо на двух быков. Это личные эмблемы королей-католиков. Стрелы, флечес по-кастильски, символизировали Фернандо. Они начинались с первой буквы его имени. Ярмо, юго, через Y. Это была личная эмблема Изабеллы, имя которой Исабель писалось именно через Y, через Y. Но давайте пойдем дальше от декора к одному из самых знаменитых портретов Изабеллы и от судебной системы к реформе местного самоуправления. Собственно, здесь, помимо Эрмандады, о которой уже говорилось, одно из самых важных нововведений, которое проводят католические короли, это реформа коррегидоров. Опять-таки, коррегидоры, как мы с вами говорили, существовали в кастильской системе управления, начиная с Альфонса XI. Однако пользовались этой должностью очень по-разному. Вот. А в правлении Энрике IV регулярного использования не было вообще. Поэтому, собственно, правление Энрике IV сыграло роль такого десятилетия политического вакуума, да, когда в королевстве рушились почти все действовавшие институты. Так что Фернандо и Изабелле пришлось очень многие вещи просто отстраивать заново. Так вот, корехидоры. Согласно распоряжению Изабеллы и Фернандо, они назначались ежегодно во все крупные города. Формально они были сменяемы со сроком полномочий в один год. Формально, потому что де-факто часты были случаи, когда корехидора, успешно исполняющего обязанности, утверждали в этой должности еще на год или там еще на год. И человек исполнял должность несколько лет подряд. Но формально, повторяюсь, он каждый раз переутверждался. Вот. Корехидоры возглавляли городские управы. Городская управа Аюнтамьенто включала в себя 24 регидора, то есть управителя, или правителя. Собственно, корр-регидор это соправитель. Вот, даже соуправитель. Да? Если регидор – это управитель, то вот корр-регидор – это соуправитель. Тот, кто управляет вместе с ними. 24 регидора, которые избирались на местах. И здесь само слово, да, само слово аюнтамьенто, вот это вот управа, аюнтамьенто – это собрание на самом деле. То есть название выдает суть происходившего. Это было место, где собирались, это было, как правило, здание, да, где собирались регидоры и обсуждали дела городские, дела, связанные с жизнью города. От названия места это перешло на название самого вот сообщества регидоров каждого города. Вот, регидоры, повторюсь, управляли регидорами, обладали довольно широкими полномочиями, вплоть до возможности снять с должности регидора, или всех регидоров, если считали это нужным. Они осуществляли контроль за управлением городов, за тем, чтобы город, в котором был тот или иной корехидор, был, безусловно, лоялен католическим королям, чтобы интересы короны всегда ставились выше интересов любого магната, пусть даже живущего в городе. Они же контролировали сбор налогов, они же контролировали отправление правосудия. То есть, фактически, это глаза и уши католических королей. Но параллельно с ними существовали еще и ревизоры, да, виситадорес или вейдорес, дословно, вот, которые были учреждены для контроля за корехидорами на этот раз. То есть, очевидно, должность корехидора представляется такой стабильной и
доверенный только на бумаге, потому что по жизни вставал вопрос, а кто же будет контролировать контролера, кто же доложит королям о том, что Карахидор ведет недостойный образ жизни или давно продался и перешел на сторону магната какого-нибудь. И вот для этого существовали ревизоры, которые разъезжали тайно. Вот уж подлинные глаза и уши короны. У них не было иных полномочий, кроме как наблюдать и докладывать. Соответственно, в тех случаях, когда рахидоры докладывали о том, что у них не получается разобраться в тех или иных делах, провести то или иное расследование, там, преступления или гражданского дела, то есть какого-либо серьезного дела, которое выходило за рамки их возможностей. Они докладывали об этом через Корахидора королям, и в город направлялся Пескасидора Спесиаль, особый следователь. Ну, вот. Или, как сейчас сказали бы, коронный следователь по особо важным делам. Вот, собственно, вот из этих трех элементов, еще раз, да, корахидоры, ревизоры и коронные следователи, складывалась система местного, само, следовало бы забрать в скобочки, управления кастильских городов в эпоху Фернандо и Изабеллы. За пределами городов, пространство между городами, это было юрисдикция Эрмандады. И теперь перейдем к реформе армии, которая проводится католическими королями. Как я уже говорил, осада Гранады была последней крупной операцией, в которой участвовала армия, собранная по старому феодальному принципу, то есть армия, состоявшая из частных войск, из больших частных отрядов, подчиненных королю магнатов. Начиная собственно, со взятия Гранады с 92 года, Фернандо открывает работу над созданием королевской армии, то есть армии, подчиненной только королю. Прежде всего создается так называемая «Guardias Viejas», «Старая гвардия», или «Гвардия де Кастильи», их еще называли, «Кастильская гвардия». Здесь, собственно, на помощь привлекается один из придворных историков, который составляет для королей памятную записку о том, что якобы, начиная еще с вестготских времен, все короли Испании, вообще просто все, всегда держали при себе 2500 лучших рыцарей королевства на постоянной службе, благодаря чему им удавалось вовремя, значит, пресекать любые попытки мятежа, а также отражать внешние атаки со скоростью, достойной просто зависти. И только, пишет историк, в правлении короля Дона Энрике IV, и ему опять досталось, только в правлении короля Энрике IV все пришло в такое напряжение, что эта гвардия была распущена, что и повлекло за собой бесчисленные разбои, грабежи и тот жуткий беспорядок, в котором находилось королевство, когда приняли его вы, ваши королевские высочества. Тоже вот, да, пометка на полях в период Фернандо и Изабеллы. К королю никогда еще не обращались ваше величество. «Су альтеса» был королевский термин, ваше высочество. Так вот, стало быть, взяв в качестве предлога эту докладную записку, Фернандо создает старую гвардию. Это кавалерийский корпус. 2500 человек. Из которых примерно 1800 это легкая кавалерия и конные лучники. В облегченном, разумеется, доспехе. А 1/3 это рыцари, которых называли кавалерия де линия, линейная кавалерия. Тяжело вооруженная королевская гвардия.
При этом у каждого отряда, да, 25 отрядов по 100 человек, у каждого свое знамя, свой трубач, свой знаменосец, свой лейтенант, свой капитан. Вот. То есть, это регулярная служба, гвардия расквартирована на специальных квартирах мирного времени. Это регулярная служба, запрет оставлять расположение части без особого на то разрешения. В случае нарушения такого запрета на первый раз штрафовали, а на второй штрафовали особенно, на третий выгоняли из гвардии. Собственно, там совсем все было нехорошо, там открывалось преследование против человека уголовное. А дальше кавалерия реформировалась на протяжении почти всего правления Фернанда. Вы видите, здесь помимо самого Фернанда активнейшую роль в реформах кавалерии принимал один из прилатов Кастильского королевства, знаменитый Франциско Хименес де Сиснерос, кардинал Сиснерос, будущий в 517 году регентом королевства после смерти Фернанда. Так вот, реформы шли, вы видите, на протяжении многих лет, до 1512 года как минимум. Лучники постепенно заменялись конными отрядами оружейного боя. Вот. И к 1512 году можно было констатировать, что структура Старой Гвардии серьезнейшим образом изменилась. Два разряда кавалерии, линейные, то есть рыцари, причем их много, вы видите, да, их 2500 именно рыцарей. И легкая кавалерия, это еще 1700 человек, на самом деле больше, потому что сюда добавляются капитаны, лейтенанты, знаменосцы и прочие товарищи. Вот, это еще 17 отрядов, стало быть, по 100 человек. В каждом из отрядов есть, собственно, легкие всадники, сражающиеся холодным оружием, и есть отделение оружейного боя, приданное этому отряду, включенная в него. Пехота при католических королях практически еще не реформировалась. Попытка серьезной реформы была предпринята в конце 15 века. Это ордонанс 1496 года. Собственно, согласно проведенной реформе, там предписывалось местное комплектование отрядов, да, то есть каждый город должен был отдать какое-то количество рекрутов. Если посчитать всех, кто должен был бы собраться, то получалось примерно 83 тысячи человек, вооруженные либо пиками по немецкой модели, либо аркебузами. Либо аркебузами, то есть тяжелым оружием огненного боя. Тяжелым ручным оружием огненного боя. Вот. Несколько раньше, то есть с 1977 года, мы об этом уже упоминали, когда говорили про королевских секретарей, начинают создавать королевскую артиллерию. Ответственным здесь выступает Франциско Рамирес де Мадрид, артиллерист. Вот. Но здесь давайте скажем несколько слов о том, почему это важно. Собственно, что такое артиллерия? Пехота может быть частной. Кавалерия может быть частной. Отдельные магнаты могут даже иметь у себя в собственности то или иное количество, как правило, небольшое, относительно артиллерийских орудий. Но появление артиллерии как отдельного рода войск подразумевает, помимо всей прочей инфраструктуры, которую я даже не буду здесь упоминать, подразумевает пороховое производство, селитренное производство, каменотесное производство, литейное производство, плюс отдельные королевские склады, системы складов, плюс артиллерийские парки, где будут обучаться новые артиллеристы, где будет, собственно, квартировать артиллерия, да? То есть это огромная инфраструктура, стоящая вот за этим отдельным родом войск.
Всей этой инфраструктурой командовал как раз Франсиско Рамирес де Мадрид, но здесь важно не то, что кто-то командовал, да, а то, что складывается вот такая система, в принципе, отсутствующая на тот момент в остальных европейских монархиях, пока еще отсутствующая. Ну и, наконец, давайте под занавес несколько слов о церкви. В 1478 году Фернандо и Изабелла обращаются к папе Сиксту IV со знаменитой просьбой позволить им учредить инквизиционный трибунал, юрисдикционно подвластный их короне. И Сикст IV идет им навстречу. «Булла экзиги синцерая девационис». Этой буллой учреждается испанская инквизиция, печально известная испанская инквизиция, которая просуществует с какими-то минимальными перерывами почти до середины XIX века, до 30-х годов XIX века, если быть точным. Соответственно, там же королям придается право назначать инквизиторов в своих королевствах. Если посмотреть на приведенную на слайде карту, то можно увидеть, что практически сразу, в 1482 году, инквизиционные трибуналы были основаны в 5 крупных городах, виноват в 4, в Севиле, Кордове, Валенсии и Сарагосе. А дальше, практически без перерыва, видите, до конца 80-х годов сеть инквизиционных трибуналов покрывает собой Испанию. После этого последует небольшой перерыв, и там в 16 веке трибуналы умножатся. Все эти трибуналы подвластны королю или королеве, соответственно. Да? Все инквизиторы назначаются короной. И, по сути, инквизиция представляет собой здесь не институт римской церкви, а институт испанской короны. Формируется постепенно, собственно, мы как раз об этом говорим, формируется то, что потом в историографии получит название «Союза трона и алтаря». Причем именно так, с троном на первом месте, с троном, предшествующим алтарю. Собственно, в 1986 году Рим признает за королями патронат над будущей церковью Гранады, когда Гранада будет покорена. В 8-м то же самое относится к церкви Индии, то есть заокеанских колоний. Чуть раньше, 5-й год, это аналогичное разрешение установить патронат над церковью Канарских островов. И, наконец, в 1523 году папа Адриан VI дарует своему наперстнику Карлосу I Испанскому знаменитое право патроната над всеми епархиями Испании. Отныне церковь в Испании окончательно перейдет под контроль короны и станет фактически институтом, одним из институтов формирующегося государства. Таким образом, да, если подводить итоги минимальные уже здесь, то за время правления католических королей, смотрите, да, реформировано центральное управление, местное самоуправление улучшено и улучшен механизм коммуникации с мест к центру и обратно, реформировано судопроизводство, поставлена под контроль короны церковь, учреждена инквизиция, карающий меч церкви. И, наконец, реформирована армия. Она будет еще реформироваться в эпоху Карлоса I, но уже в том виде, в котором она была создана при Фернандо. Одним из инициаторов реформы пехоты, кстати, выступает тот самый великий капитан Фернан Гонсалес де Кордова. Так вот, уже в том виде, в котором она складывается при Фернандо и Изабелле, армия становится лучшей на тот момент армией Европы. В следующем фрагменте лекции мы поговорим про другую часть внутренней политики, про то, что происходит в областях права
соответственно, общества и религии.